Сейчас принимаются заявки для участия в торгах на право разместить фудтрак на озере Светлое. Желающие занять это место могут обращаться в администрацию городского округа в кабинет номер 212 до 21 мая. А 28 мая прекратится прием заявок на установку 14 нестационарных торговых объектов по продаже продуктов питания. 10 июня мы прекращаем прием заявок на размещение нестационарных торговых объектов под бахчевые культуры и под квас. Прием заявок мы заканчиваем в 18 часов во все объявленные даты. По всем интересующим вопросам просим вас обратиться по телефону 4-50-15 в любое удобное для вас время. Также можем оказать очную консультацию любому желающему. Очень ждем.